На 3 июня назначены дополнительные выборы в Чебоксарское городское собрание. Нового депутата предстоит выбрать жителям избирательного округа номер 3. На сегодня документы подали 8 кандидатов, семеро уже зарегистрированы. Среди них 2 самовыдвиженца и по одному представителю партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия пенсионеров. Избирательные участки расположат в клубе агрегатного завода, Чебоксарском машиностроительном техникуме, школах номер 40, 43 и во дворце культуры тракторостроителей.